Седьмой бой по правилам Евротай. Тайский бокс. Юбилейный встречайте спортсмена в синем углу. Даниил Голдина. Смоленск. В красном углу Павел Соков, город Курск. Юбилейный поддержим спортсмена. Весь ваш пятничный позитивный настрой выплеснуть на середину ринга! Ах, какие красотки сегодня на сцене и на ринге! Лучший ринг-гёрл модели модельного агентства Gala Models! Солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Давай,
Хорошо! Пешеходам уже бы достало, и всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю. Ну зачем большие окна трамваю? Я думаю, что третий раунд. Я приглашаю нашего почетного гостя,
руководителя спорткомитета администрации города-героя Смоленска Александра Михайловича Лысакова. Прекрасный вечер, спортивный вечер. Могу сказать так, Смоленск – город спортивный, друзья, это правда. С разногласием среди судей победу по очкам одержал боец в красном углу. Павел Сокол.